Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и сегодня я продолжаю убегать с 10 ботов. Поехали! Так, ну что, я несомненно хочу убежать с карты Outpost, потому что в прошлый раз, к сожалению, у меня там не получилось бежать, но я думаю, сегодня у меня все получится. Выбираем 10 ботов и готовимся сбегать. Так, слава богу, сейчас я не невидимка. Было бы, конечно, здорово попробовать убежать в таком режиме. Но и было бы здорово, если бы меня свиньи не видели, потому что это было бы вообще отлично. Я бы смогла... О, смотрите, смотрите, тут ключ. Тут ключ уже лежит и ждет меня. Это очень здорово. Так, закрываем дверку и бежим, бежим смотреть, какой тут... Тут нету ключа, понятно, хорошо. Так, тут оранжевый, тут морковка у нас. И давайте сразу проверим, что у нас вот там может лежать. Если там что-то есть, то лучше это забрать прямо сейчас. Нет, ничего нету. Так, отлично, свинки проснулись. И я немножечко сделала круг, но ничего страшного. Я надеюсь, плохо от этого мне не будет. Ну вот они бегут. Так, оранжевый, говорите. Угу, они уже заходят сюда. Давайте дождемся, пока они... Ой, ой, они развалились, ребята, ребята, это очень плохо. Это очень плохо, потому что сейчас они будут такой длинной колбасой ходить за мной, и у меня просто ничего не получится. Так, красный здесь, очень странно, он обычно на той скамеечке. Вы посмотрите на них, кошмарище, просто кошмарище. Это они меня подкараулили, а я даже не ожидала. Так, здесь иди мне на помощь, давай, помогай, помогай. Отлично. Так, и дальше у нас... Так, золотой. Нет, не пойдет. Давайте дождемся, пока они все не поднимутся, и вот так спрыгнем хитро. Так, отлично. А, значит... Кто? Как? Почему? Ну, только посмотрите на него, какой он хитрый. Так, хватаем зеленый. Бежим, бежим, бежим. Надеюсь, там никто не остался. Вы посмотрите, как они подло просто развалились. Так, кажется, я загнала себя в тупик. Надеюсь, что это не так. Это так. Да, ребята. Посмотрите, вы посмотрите. Просто вообще я этого не ожидала точно от себя. Так, давайте влезнем сюда. Поднимемся за желтеньким ключиком. Отлично. Теперь нам надо спускаться вот сюда. Так, ребята, пока. Скоро увидимся. Так, хватаем огнетушитель. Бежим, бежим, бежим. Не знаю куда. Я просто... Меня чуть не поймали. Так. Отлично, отлично. Давайте забежим сюда и сделаем тут кружочек, чтобы они точно все собрались. Так, и оторвемся от них. О нет, о нет, о нет. Вы посмотрите, это один предатель просто тут остался. Так, как же их собрать? Вот я даже не знаю сейчас, но вот посмотрите, вот сейчас этот отсюда за мной пойдет, и вон те ребята еще. Их надо как-то застопорить. Так, это очень нехорошо. Надеюсь, они там все соединились сейчас в одно целое, потому что что? Это очень нехорошо получается. Так, эта дверь у меня открыта. Ну и ладно, в принципе. Хоть одну дверь закрыла. Так, давайте, давайте. Я должна успеть, я должна успеть потушить. Отлично. Все отлично. Так, и теперь мы идем сюда. Отлично. Так. О, нет, вы посмотрите, посмотрите. Вот как это произошло? Как это произошло? Почему один остался вот вообще не в том месте? Но сейчас он будет самым последним. А! Почему он сюда завернули? Так, ребята, так не пойдет. Мне не нравится. Вот вы очень плохо собираетесь. Так, значит, мы сейчас вас соберем вот таким способом. Так. Они не собираются. Вот просто не собираются. Посмотрите. О, нет. О, нет. Нет, нет, нет. Это просто кошмар. Наверное, это плохая идея туда идти. Слишком будет рано. Вот куда он пошел в ту сторону? Вы посмотрите на него. Так. Просто предательская какая-то карта. Я не знаю, вот мне никогда так свиньи не разваливались. Я просто сейчас 3 минуты от них бегаю и их собираю, понимаете? О, нет. О, нет. Нет, нет, нет. Так. Ребята, все в сборе?
Давайте. Давайте попробуем сейчас. Так, вроде бы все. Да, кажется, всех собрала. Смотрите. Сейчас у меня план такой. Я делаю кружочек и пытаюсь дойти до бензина. Что-то какой-то кружочек я сделала слишком большой. Так, это как так? Посмотрите, как они догоняют. Придется делать еще раз кружочек. Так, 3 минуты осталось. 3 минуты, и это очень страшно. Это очень страшно. Слушайте, мне кажется, по времени я не успеваю. Я очень долго водила свинок, и теперь просто у меня не осталось времени на то, чтобы открыть карту. Так, и где же они? Отлично, они там идут. Так, быстро, быстро забираем просто бензин. Так, у нас остается еще гаечный ключ. Так, отлично. Давайте, может, даже сюда успеем. Опа, пока, ребята. Так, Дизи, привет и пока. Быстренько пытаемся. Так, отлично, и бежим за гаечным ключом. Слушайте, у меня еще времени вроде бы достаточно. Так, берем гаечный ключ, идем сюда, открываем тут. Нет, давайте там еще сразу тоже откроем, потому что потом сюда забегать это будет очень сложно. Так, ловим свиней, не ловим свиней, это вот нехорошо, давайте пойдем сюда. Так, минутка остается. Пройти за минуту эту карту, это просто невозможно, вы посмотрите. Так, бежим сюда, потом бежим туда. Нет, свиньи на подходе. Ну, так, отлично. Вот эта вот колбаса мне очень не нравится. Очень, я сказала, не нравится. Почему вы за мной идете? Так, ребята, нам нужно еще раз сделать кружочек. Ух. Неужели я успею пройти эту карту? Так, быстренько бежим вот туда. Хватаем все и бежим на выход. Так, схватили, отлично. Отлично, так, ребята, я, кажется, не успеваю. Давай. Так, ну давай. Нет. Вы видели это? Это просто последняя секунда. Да, я прошла. Обалдеть. Ну что, ребят, я просто не ожидала, что я пройду эту карту. Давайте закрепим результат, наверное. Попробуем пройти еще одну. Вы знаете, я так нервничала, что, наверное, пойду на карнавал, чтобы поднять просто настроение и успокоить себя. И это просто безумно легкая карта. Вот просто я, конечно, не ожидала, что я пройду отпост, и это очень-очень здорово. У меня было столько просто попыток неудачных, вы даже не представляете. Так, ну что, старый добрый карнавал. Так, ну что, у меня есть время, чтобы пооткрывать все двери, найти все ключи и быстренько сбежать. О, посмотрите, тут уже лежит фиолетовый. Это просто, конечно, очень приятно, но к сожалению, он мне не очень понадобится. Так, открываем, берем зеленый. Ой. И зеленый фонарь. Так, хватаем красный ключ и смотрим. Вот это, конечно, подстава была. Так, отлично, тут дощечка. Золотой ключ. Я слышу свинок. Нет, ребята, не надо. Так, кажется, они идут за мной. Отлично. Так, значит, забегаем сюда, хватаем дощечку. Дощечку мы схватили. Они сейчас должны оббежать вот тут. Давайте сразу присядем. Будем их ждать. Нет! Это кошмар, просто кошмар. Вы посмотрите, как они плотно идут ко мне. Так, вот взяла, развалила свинин зачем-то. Вот я, конечно, не хотела этого делать, это не специально получилось, это очень плохо. Придется их потом всех собирать. Вот посмотрите, какие они противные. Тут, кажется, они должны собраться. Так, давайте проверим. Да, отлично, собираем всех свинин. Можно еще взять пистолет заодно. О нет, ждем, пока последняя свинка подойдет. Так, теперь точно мы собрали всех свинок и идем стрелять из водяного пистолета. К сожалению, не по свинкам. Было бы очень здорово, если бы по ним. Итак, отлично. Ура! Так, идем к выходу. И надо еще найти главный ключ от клеточки. Так, смотрите, у нас даже свинки собраны. Все такие прям собранные и серьезные. Так, кажется, я сделала лишний круг, но ничего страшного, время мне еще есть, и давайте, вот он, ключ, я вот только хотела сказать, давайте посмотрим на скамеечках. Так, давайте, может тоже соберем всех свинок. О, как она подпрыгнула, страшно. Так, вот как это они так разбежались, это нехорошо. Так, ребята, собираемся и идем открывать клетку. Так, отлично. Интересно, а можно их как-то закрыть в клетке тут? О, посмотрите, они там остались.
Это просто, это очень-очень смешно. Мне остался золотой ключ. Он... Подождите, у меня еще нет молотка. А где молоток? Кто-нибудь видел? Кто-нибудь мне подскажет? Так, наверное, вот тут. Подождите, нет, не здесь. Вот, наверное, вот тут. Так, что-то я заплутала немножечко. Я просто в раздумье, где может лежать молоток. Берем молоток, который не тот молоток. Убегаем от свинок. Давайте даже закроем дверь, чтобы успеть вот тут взять. Так, ну что, смотрите, это просто, это отличный день. Два раза сбежать. Я думаю, это просто победа. Очень-очень здорово. Ну что, ребят, я смогла убежать на двух картах. Наконец-то я закончила свой аутпост. Я прошла его самостоятельно, и это было очень-очень здорово. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и всем пока!